Каждый человек в жизни однажды наступает на точку бифуркации. А как он с нее сдвинется, зависит только от него. Привет! Всем привет! С вами наша бредостудия Помальгава. Да. Как вы знаете или не знаете, мы дизайнеры одежды. Будущий. И вот сейчас мы готовимся к конкурсу, который будет очень скоро. Очень скоро. И наша задача — воплотить в материале одну коллекцию. И мы обращаемся ко всей нашей студии, бренд-студии, с просьбой выслать нам немножко денег. Как вы понимаете, это очень затратное дело, мы же бедные студенты. Лентяи, раздолбай. Да, и мы не смогли, но сами понимаете, заработать на это все. Конечно, мы обещаем показать, как мы это все шьем, как мы это делаем. Вы будете хихикать с нами, а мы будем плакать с вами. Потому что. Вот модели, которые как будто бы, наверное, будет с ними все в порядке. Наша невеста, ну, сами понимаете, все коллекции заканчиваются свадебным платьем. Вот наша. В котором и умереть не жалко. Да, если что, так вот и сверху так вот крышечкой прикрыли. Ну, мы же теперь вроде как коллекцию там какую-то делаем, да? Значит, мы пытаемся странного цвета искусственный мех превратить, ну, тоже в какой-то странного цвета искусственный мех. Я решила вспомнить слова нашего преподавателя. Девочки, пробуйте. Пробуйте, девочки, все. Вот что вы думаете, получится или не получится? Вы попробуйте, посмотрите, получилось, не получилось. Вот, пожалуйста. Температуру нужно довести до 90 градусов. Я не знаю, как я так вот это буду делать вообще. А мы-то бедные студенты. Видите, я была богатым студентом, я чтобы не могла купить нормальный розовый кислотный мех. Правильно, не могла. Я вообще не представляла, как это красить. Придавить бы каким-нибудь кирпичом, что ли. Так, а как же вот тут? Так. Вот то, что получилось. По-моему, нифига не покрасилась. Сейчас будем смотреть. Да. Это был тот самый печальный момент, когда понимаешь, и время, и деньги, все потрачено зря. Но разве что опыт получен, и тот негативный. Первое платье почти готово. Это не только наше первое платье в нашей сумасшедшей коллекции, но и также наша практика, которую нам нужно сдавать завтра. А теперь нам нужно при помощи волшебного кальяна поставить люверсы. Но тут нужно быть очень аккуратными, потому что дырку сделал, не зашьешь. Берем вот так вот аккуратненько. Бам! Так. Ну, собственно, нам нужно поставить 82 люверса. Боже мой, какие у нас это вообще перипетии происходят? Мы ищем модели, делаем обувь, но делаем не мы. Ну, хоть что-то не мы делаем, за нас делают, алло. Ладно, за деньги. Ну, кто-нибудь когда-нибудь нам помог. Кстати, где наши деньги? Нам только муж и помогает, и Анина родитель. Мы, как всегда, красим обувь. Вот они наши лабутены. Когда-то это были вот такие вот тапки, а теперь они вот такие вот. Вот скоро будут прикольные. В общем, испортили мы кое-что. Но мы знаем, как это исправить. А если ты знаешь, как ты можешь это исправить, значит, ты можешь портить. Мы все тут управляем, скоро будет красиво, видите, до конкурса оставалось 2 недели, и это правда. Во! Видите, ремонт обуви. Кстати, так что да. Это наша студия еще одна. Да. Это просто теплеет на улице, не теплеет в квартире. Вот так вот мы это делаем, замучились. Мало кто приезжал к нам, помогал, но приезжали.
готической архитектурой и кладбищем. Название нашей коллекции – «Вечное слияние» или «Eternal Magic». Суть в том, что у нас мужчины могут носить такие же костюмы, как и женщины, быть такими же яркими и интересными. Солдатики. Молодих дизайнерів, печерські каштани. І ми розпочинаємо з колекції Рудія Анна Кульнева «Нервер Етернал Мергер». Київ, Україна! Наш производственный момент. Пятого аппетита. А как все работает, Илья? Потому что... Я много. Потому что я много ем. Классно, кстати, да? Да. Именно сумку поверни. Раз, два, три. Так не надо, потому что типа черешня по 70, типа, ну и нет. Ну это конечно. Не, в этом конечно есть. Характеризуйте, будь ласка, все, що відбувається одним словом. Капець. Убийство. Ну, це було дуже так інтелігентненько. Одним словом. Ну ви знаєте. Уже два. Одним словом, диплом, да. Надо туго-туго. Вон, все. Сейчас будет очень туго-туго. Туго это у меня соображало. Да. Сними наших прекрасных девочек. Они еще видны. Только у тебя лица нема, ну ладно. Ну, она просто от стыда за нас решила. Боже, боже, думает, чем люди занимаются? Создание лукбука коллекции – это необходимое звено в цепи. Зарождение идеи, продажа продукта конкретному клиенту. Мы с Анечкой едем. Едем мы в Варшаву. А в Варшаву мы едем. Вообще едем мы не в Варшаву, а в Бальков. Есть там такой город в Польше. Да. Едем мы на фестиваль. А мы, девочки, на отдыхе. Мы на отдыхе, потому что у нас в руках есть стаканчик с кофе. И пол лица у меня нет. Да. Побывав на фестивале в Болькове, куда съехались готы со всей Центральной Европы, мы в очередной раз убедились, что готический образ жизни все еще в моде.
Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? That universe, cause we bringing the funk. That universe, are you feeling the funk? That universe, cause we bringing the funk. That universe, are you feeling the funk? That universe, cause we bringing the funk. That universe, are you feeling the funk? That universe, cause we bringing the funk. That
Танцы не могут быть хобби. Это либо профессия, либо состояние души, тела. Увлечения могут меняться. А когда это твой образ жизни, то ты просто так живешь. Жизнь без танцев для меня уже невозможна. Танцевали с Сашей 8 лет, когда он сломал ногу. Переживаешь не за то, как ты сама будешь с этим справляться, а за партнера. Сможет ли человек восстановиться, вернуться? Для него это жизнь, профессия, деньги. Все. Это даже не удар. А как будто все остановилось. Очень тяжело. Вот встань сейчас, стой на правом месте, стой. Опустите туда. С одним ногу встань. Давай сейчас с одной рукой, потом посмотрим с двумя. Танец — это не только эмоции и общение. Это физика. В танце надо все время двигаться. И вот начинаешь с нуля. И все по-другому. Стиль, энергетика, взаимоотношения. Кирилл понимал ситуацию с Сашей, когда соглашался танцевать со мной. Бывают партнеры, которые ломают тебя. И хочется все бросить и уйти. Но он один из самых понимающих партнеров. Я ему очень благодарна за этот опыт. Когда меняешь партнера, это вызывает вопросы. Все высказывают свое мнение, даже если ты не просишь. Танцевальный мир очень жесткий. Либо хорошо, либо плохо. Не имеет значения, 8 лет с тобой танцевал партнер или нет. Раньше были мысли. Света, возможно, ты не тем занимаешься?
Но сейчас я уже научилась такие моменты переживать. Здесь каждый человек борется с собой. Желание показать максимум захлестывает все. И уже не думаешь ни о зрителе, ни о жюри. На сцене все очень контрастно. Или белое, или черное. Зритель хочет видеть в танце либо хэппи-энд, либо трагедию. Но даже если все очень трагично, при этом все должно быть очень красиво. Не нужно путать танец и жизнь. Если делать жизнь по законам танца, это будет ломанная жизнь. В жизни нет света, музыки, партнера, костюма, нет накладных ресниц, яркого макияжа. Все воспринимается тоньше, естественнее. И надо себя к этому приучить. Жизнь хороша тем, что она непредсказуема. Кирилл Черняев, Светлана Майбровская. Не подчинена никаким законам и правилам. А это уже палитра для танца. Дорогие друзья, витаю. Ну вот, и снова мы с вами подводим итоги нашего конкурса, нашего фестиваля фильмов о моде. И было просто приятно увидеть рост талантливости, рост умения делать фильмы художественные, маленькие, документальные, анимационные на и рекламные ролики, конечно, на новом художественном уровне. Это очень приятно, даже на расстоянии, когда смотришь в Голливуде то, что вы делаете в Киеве, в других городах, где происходит конкурс, откуда присылают работы, и это не может не вызвать прекрасных ощущений. Всех поздравляю, участников, потому что олимпийский лозунг – это главное не победа, а участие. Спасибо. Катится колобок по дорожке. А навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою. Сказал колобок. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен. Гагарин. Best hotel for business and leisure.